Всем привет! Сейчас мы сделаем серию видео, как установить данный плагин CSV Price Pro Import-Export Excel, ну, CSV формат для загрузки товаров, категорий, ну и так далее. В общем, для наполнения нашего интернет-магазина. Так, сейчас нам надо зайти по этой ссылке, она у вас тут, на этот плагин, ну, на это дополнение. Спускаемся вниз, и нам надо скачать вот этот файл. Он нам нужен будет для проверки нашего хостинга. Так что нажимаем, скачиваем данный файл. Я нажимаю ОК, скачиваю. Далее переходим на скачку самого модуля. В зависимости от версии вашего OpenCart. Вот видите, если ваша версия 2.2, ну, в общем, вот, я скачаю третью, да, скачиваю OpenCart 3, и следующий шаг, кому, тот, кто хочет, ну, тот, кто сейчас не будет покупать на данный момент модуль, но хочет его протестировать, у них на сайте есть триал, его можно получить на 7 дней. Регистрируемся на сайте, вот есть регистрация, потом заполняем тут доменное имя в корзину и оформляем в корзине. Потом вам на email придет ключ для активации вашего плагина на OpenCart. Так, это видео очень короткое, суть этого видео — подготовить вас к следующим видео. Повторюсь, что нам нужно сделать. Первое. Зайти на форуме OpenCart Forum, зайти в раздел CSV Price Pro и скачать архив для проверки хостинга. Второе. Перейти на сайт store.opencartlabs.ru и скачать сам плагин. Вот. В зависимости от версии вашего OpenCart. Потом, если вам надо триал версия 7 дней, выбрать, вот тут нажать обмен данными, он будет внизу, вот он, и заказать себе триал версию, тогда вы сможете протестировать данный плагин бесплатно и понять, нужен вам он или нет. В общем-то, пока все.